Витам панства. На наших занятиях вы познакомитесь с такой лексикой, как название овощей и фруктов, формы приветствия, прощания, название одежды, видов спорта и многое другое. Польский язык является славянским языком, и много слов напоминают русские и украинские слова соответствующие. Например, слово «учень» переводим как «ученик». «Научичель» – «учитель». «Профессор» – «профессор». «Университет» – «университет». Но несмотря на свою родственность с языками славянской группы, в польском языке есть много слов, которые обозначают совсем другие понятия. Например, овоце переводим как фрукты. Важива в то время это у нас овощи. Склеп – магазин. Крипта, в свою очередь, это склеп. Магазин переводится на русский язык как журнал или же склад. Диван переводим на русский ковер, канапа, диван. Кшесло – стул, фотель, кресло. Слово «запоминать» обозначает в польском языке «забывать», а «запоментать» – «запомнить». Также вы познакомитесь с такими интересными словами из польского языка, как название одежды – японки, переводим как вьетнамки, адидасы – кроссовки, название овощей и фруктов – дыня, тыква, мелон, дыня. Пенсия в польском языке обозначает зарплата, эмеритура, пенсия. Если вам интересно, чем еще удивит вас польский язык, приходите на наши курсы Евростади, курсы польского языка.